мы едем выпускать другой прайд. Сиди, не бойся. Директор говорит, ты сиди, не бойся. Это на минутку мы у львов. Прижала уши. Он идет. Боится. Лев боится. Надо больше открыть. Сейчас откуда больше. Засло. Пролезешь. Девочка самая смелая. Это да. Иди. Опа, опа, опа. Пошел, пошел, пошел. На гору славы сразу поднимайся и кричи. Вот это здесь главное. Он за девочкой. А был шанс подняться и огласить себя главным. Фу, как жарко в Крыму. Плюс 20 с чем-то. Олег Алексеевич уговаривает выйти. Что он ему там сказал? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну. Вот так. Вот так. Ай, молодец. Давай, 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 гуляй. Иди к нам. А тебе тоже будете выпускать? Не всех сразу, по очереди. Смотри, белый тебя ждет уже. Это 8. Красивый. Красивый. Ой, такой красивый. Такой хороший. Куда пошел? Там уже все хорошо. Иди давай. Он белый красиво стоит. Ты стоишь красиво. Посмотри, какая красота. Хоть картины пиши. Пошел туда. Угу. Ари, хоть картины пиши. А, человек-лев пошел на гору славы. Абсолютно заслуженно. Я главный лев. Это да. Спасибо. Спасибо. Желающие к львам есть? Да. Их еще сегодня не кормили. После этого перехотелось. Спасибо. Итак, дорогие наши подписчики, мы продолжаем плановый выпуск постепенный разных прайдов. Вот, скандалов у нас и потасовок пока сильных нет, но и мы не выпустили прайд донецких львов, мы не выпустили прайд Чука, который
ну, просто из самцов сложился и уже такой достаточно возмужавший. Я боюсь, что они никого не потерпят. Конечно, защищая чука, но и себя тоже они видят уже очень-очень на других должностях. Поэтому все нужно делать постепенно и аккуратно. Вот, ну, главное, что людям очень нравится. Львы и в вольерах, из которых... Здравствуйте. Спасибо. Из которых не спешат выходить, потому что и так вольеры зеленые, просторные, и им там достаточно хорошо. Вот, но саванна есть саванна, и так уж повелось в сафари-парке Тайган, что львы гуляют на открытой, большой, свободной территории. Вот, посмотрите на водопад. Как это здорово, когда кусочек африканской саванны. Сегодня выходной день, на мостах много очень людей. В основном это местные жители, крымчане, которые очень любят наши парки. Вот. Львы уже попили водички, вот, и побежали по разным своим местам. Но мы проверим прайд, который выпускали вчера. Конечно, адреналин зашкаливает. Кто здесь ругается? Кто ругается? Все уже разошлись. Что такое? Девочка прошла с регистрацией. На девчулю. Все на адреналине. Ты не вышел, уже дерешься. Все. Уже никого не видят, ничего не слышат. Все нормально. Они считают себя главными. Угу. Переполох. Это да. Переполох. Девочки к мальчикам побежали принюхиваться. Те тоже вон все как в вольерах. Аризонские кипарисы не трет. Нет, все хорошо. В Теаваду сейчас колеса машины просто утопают. В Теаве повезло сегодня людям, которые в парке. Как они хвастаются, те, кто на свободе. У этих уже гривы какие растут. Ну. Аджис будет бегать, дразнить. И, конечно, перекличка львов. Нормально. Пометила вольер коняка, она так видит. Она здесь главная.